и Steel Studios представляет. Ваша половина. Ваша начало. 2010 год. Футбольное поле УТК имени Виктора Банникова в центре Киева. Тут с 5 по 27 июня проходил юбилейный турнир «Киев Пост Soccer League». Впервые за 10 лет он проводился при поддержке Федерации футбола города Киева. Организатором турнира традиционно выступила газета «Киев Пост». Как вы знаете, наверное, это наш 10-летний юбилей. То есть для нас, для «Киев Пост», это очень такой важный год. И мы очень рады, что вы все участвовали. Да? То есть без вас ничего не было бы. И как вы знаете, в футбол нету тех, которые проиграют. Все выиграют, потому что мы играем для своей здоровья, для дружбы. Турнир проходил по смешанной системе в два этапа. Команды методом жеребьевки, которая состоялась 2 июня в ресторане «Гудман», были поделены на 4 группы. В группе А играли «Alcatel Lucent», «Юг Контракт», «Стил Групп», «Банк Форум». В группу Б вошли «JTI Ukraine», «Издательский дом Картель», «The British Council», «Арсенал Сандора». Группу С представляли «Американское посольство», «Империал», «Профинбанк», «Уникредитбанк». Группу Д – страховая компания «Уника», «Эрнст энд Янг», «Horizon Capital», «Уайн Бюро». Игры первого этапа проходили по круговой системе, в один круг. Второй этап проводился по олимпийской системе, где определялись команды полуфинала, матча за третье место и финала. Открытием турнира стала игра команды организаторов из Steel Group и соперников из Alcatel Lucent. Который сегодня мы отмечаем в ресторане «Авалон». Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно присутствовать сегодня на вашем вечере, потому что одна из немногих компаний, а скажем так, чуть ли не единственная компания, которая любит футбол, любит спорт, проводит эти соревнования между своими сотрудниками. И в июне месяце это было бизнес-кругах, в общем-то, событие, что компания, крупная компания, провела такой мощный турнир, который, в общем-то, освещался и в прессе. Первое, второе, третье и четвертое места были награждены кубками. Бегали. Бронза, заслуженная бронза. Перевожу. Второе место проиграли, а третье выиграли. К сожалению, пока что лондонский «Арсенал» лучше, чем киевский. Ну, это честно. Команда победителей. Страховая компания не может быть проигравшей по сути. Она может немножко чего-то не дотянуть. Поэтому второе место – это очень достойное место, потому что те, кто заняли первое, знают, ну, очень сильная команда. Ребята, поздравляю вас. Желаю в следующем году прибавить. Хочу сказать, после того, как Зидан и Бекман застраховали свои ноги и жизнь, они перестали играть. А эти ребята еще играют. Спасибо вам большое. Спасибо. Второе место. Победителями турнира стали и Steel Group, выиграв полуфинал у Профинбанка со счетом 7-1 и финал у Уники со счетом 7-3. Еще приятно держать этот кубок, потому что в Киеве считается это самый красивый кубок, который есть вообще для награждения. Ребята, я вас поздравляю, играли вы достойно, и, в общем-то, пол команды мне знакомы. Это люди, которые всем сердцем любят футбол. Спасибо вам, ребята, за вашу игру. Спасибо вам, ребята, за вашу игру. Футбол – это командная игра, поэтому это команда личности. Огромное спасибо всей команде, всем, кто приложил свою ногу к этой победе. И отдельная благодарность, как уже говорилось, идейному вдохновителю нашему. Господин Махмад, кубок передать ему. Спасибо. Спасибо.
Медаль господину Закиру. Абсолютно спокойно. Если такие молодые ребята играют так хорошо, и все, команда не сыграна, и они могли так хорошо сыграть, то мне кажется, что теперь осталось их отправить на чемпионат мира, чтобы Украину имя поднимали. Я думаю, что мы сейчас фотографируем наших победителей, они не сознаются, если мы еще 2 минуты поддержим их на сцене, а потом на свободу с чистой совестью. Лучшим игрокам и командам были вручены памятные сувениры, а также подарки от партнера – компании «Зелмер». Главное то, что мы, как компания, европейский производитель бытовой техники, начали новую национальную кампанию, которая способствует, скажем так, продвижению среди молодежи, среди потребителей здорового способа жизни. И кто, как не вы, на своем личном опыте показали, что как бы, настоящие успешные люди, они как бы ведут и здоровый способ жизни. Поэтому для нас большая честь, скажем так, быть спонсором, партнером скажем, подарочного фонда для всех участников. Самое главное то, что в этой компании любят футбол. Самое главное то, что руководители этой компании также заботятся о своих подчиненных и не только заставляют их работать, но еще и отдыхать, потому что футбол – это фонд. Признати, що я дивлюсь на ці кадри. Я найстарший там, мені 51 рік. Я вдячний і Андрію Андрійовичу, і команді, з якою я пройшов весь турнір, і бажаю вам теж, чим більше будете турнірів, запрошувати, звичайно, перемагати. Миссис Мира 2008, заслуженная артистка Украины, певица Камали. Хочу поздравить и Стиву с победой, также поздравить все команды, которые принимали участие, добавили свой колорит, внесли свои краски в игру. Спасибо вам большое, спасибо, что вы любите спорт. Я его тоже очень-очень люблю, и поэтому сегодня с вами здесь. Thank you.